Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Леша. Меня Мадина. Будем друзьями? Да. Леш, сколько тебе лет? 6,5. Скоро в школу пойдешь? Ну да. Хочешь в школу? Наверное, нет. Двойки будешь получать? Ну, хотелось бы, чтобы нет. Кто придумал интернет? Какой-то человек, наверное. Что такое диета? Это когда садишься, не ешь сладкое, но можно есть по каждому дню что-нибудь сладенькое. А ты когда-нибудь сидел на диете? Да. Зачем? Ну, чтобы похудеть. Чтобы похудеть? Да. А так ты и так стройняшка. Ну, не так очень. Тебе мама сказала так худеть? Ну да. Что такое молния? Молния — это похоже на зигзаг один, и она желтая и быстро происходит. Или белая. По-моему, белая она. Почему у человека седеют волосы? Наверное, потому что он становится старым. Наверное. А зачем человеку 5 пальцев? Наверное, чтобы было удобнее. Почему люди краснеют, когда им холодно? Наверное, потому что очень холодно, и органы, они замерзают и дают, наверное, такой знак. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Марк. Сколько тебе лет? 6. Меня Мадина зовут. Будем друзьями? Почему уши не падают? Потому что у них нет косточек. Правда ли, что уши растут всю жизнь? Да. На чем держатся глаза? Почему наши глаза не падают? Не знаю. Почему человек сидит, когда стареет? Почему сидит? Потому что они стареют. Зачем человеку нужны 5 пальцев? Чтобы брать что-то. Почему люди краснеют, когда им холодно? Потому что им холодно. Кто придумал интернет? Ученый. Что такое диета? Когда ничего не едят.